Разведка сообщает, что передовые части 12-й дивизии СС отступают в направлении Оути. Здесь, в аббатстве, они оставили гарнизон. Обеспечив безопасность левого фланга, мы можем заняться аббатством. Перебросьте на правый фланг 3-й батальон и начинайте наступление. Обстреляйте район из гаубиц, а потом ведите войска на штурм аббатства. Как только 3-й батальон его возьмет, следующая наша цель – Оути. Наша экипировка улучшена, сэр. За дело, ребята! Каннингем, наводись на все указанные вражеские позиции. Кой выдвинется на захват аббатства. Прикрывайте их наступление гаубицами. Встать! Уничтожены. Связисты вас поняли. Говорите, сэр. Направляемся вот туда, сэр. Есть. Готовы заняться делом. Похоже, нам предстоит долгий путь. Капрал Эллио, ты поведешь. Цели.
Так что всем быть начеку. Проехаться туда было бы круто, а, капитан? Сержанты докладывают о ликвидации немецкой цели. Готовы выехать. Танк выдвигается. Выезжаем, сэр. Готовы заняться делом. Готов к выходу. Держать позицию после захвата. Ждем приказа. Посмотрим, как это понравится фрицам. Да, сэр. Ладно, парни, выдвигаемся. Нас атакует танцер! Только скажи, я понял! Готов к лагерю, не выходит из боя! Туда, черт бы тебя, вставай! Выдвигайся! В последней перестрелке наши бойцы подбили «Панцер-4». Под нами хреном... Опасство защищено! Рота С выдвигается! Ну что, еще один в пользу парней Будики! Идет модернизация танка! Бумаги подписаны, теперь ты командир танка! Майор, рота Чарли докладывает. Аббатство в наших руках. Третий батальон может теперь заняться городом Оути. Это здесь. Мощное сопротивление ожидается здесь и здесь. Похоже, фрицы здесь серьезно окопались. ВВС проведут разведвылеты, чтобы обнаружить укрепленные пункты противника. Прекрасно. Как только будете знать, где они, прикажите гаубицам вести настильный огонь и ликвидировать любую возможную угрозу. Когда путь будет расчищен, пусть Кромвели выдвигаются и занимают Оути. Мобилизуйте третий батальон и захватите эту точку. Thank you.
ликвидирована немецкая цель. Мы в самом деле! Быстрее! Враги, кроме подогрева! Боевая единица врага. Цели. Цель захвачена! Похоже, нам предстоит долгий путь. Скоро захватим. Танк ожидает приказа. Ротируй батальон. Мы выдвигаемся. Целься! Огонь! Всем слушать! Выходим на марш-бросок! Отправляйте ваше сообщение! Кроме нас, капитан! Готово.
Отряд докладывает. Лучше так, чем в открытой местности. Пошли. Кто-нибудь, займитесь ими. Капрал Эллио, ты поведешь. Там фрицы, так что всем быть начеку. Ушки на макушке! Потеряли танк. Немецкой цели. Кромик готов! Орудие, огонь! Да, сэр. Держу на прицеле. Танк остановлен! Кромик ждет приказания. Кромик стоит на позиции.
Хотя в рамках операции «Оверлорд» была высажена 250 000 солдат, победа зависит от того, как нам удастся проложить себе путь через Францию в Германию. Кан – это узел, перерубив который вторая армия может освободить Францию. Танковые дивизии в этом районе готовятся встретить наше наступление. Вам, майор, с 3-м батальоном поручается занять Кан. Заняв Оути, 3-й батальон получает новую задачу. В целях поддержки операции «Эпсон» взять высоту 112. Если судить по Оути, фрицы будут нас там ох как ждать.